каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Туве утверждена концепция развития и освоения минерально-сырьевой базы до 2030 года. Ранее действовала концепция, принятая в 2011 году по развитию горнодобывающей отрасли промышленности до 2020 года. В документе определены конкурентные преимущества республики. Первое – это высокий природно-ресурсный потенциал минерально-сырьевых ресурсов. Второе – благоприятное географическое положение республики с точки зрения транзитных возможностей. Третье – инвестиционная политика региона ориентирована на создание эффективной и стабильной правовой базы. Сейчас в Туве реализуется 8 крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом в 350 миллиардов рублей. Количество работающих в крупных компаниях составляет около 1800 человек, из них почти 1000 – местные жители. По прогнозам специалистов, в результате реализации документа к 2030 году доля отрасли горнодобывающей промышленности может достигнуть 25%. Развитие новых производств позволит создать до 5000 новых рабочих мест, и общее количество работников, занятых в сфере промышленности, составит более 15 тысяч человек. Напомним, что программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай утверждена в июне 2016 года на встрече представителей из Монголии, России и Китая. Предусмотрена реализация 2 проектов транспортной инфраструктуры с привязкой к Туве. С 2019 года станет проще рассчитывать налоги на недвижимость с учетом оспоренной кадастровой стоимости объекта. С 1 января вступили в силу нормы федерального закона. Сейчас, если налогоплательщик оспаривает кадастровую стоимость в комиссии при территориальном органе Росреестра или суде, то обновленные данные для расчета налога применяются с того налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости. С текущего года сведения о кадастровой стоимости, установленные решением комиссии или суда, учитываются при определении налоговой базы с начала налогообложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления. То есть, если налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости объекта с 2017 года, а заявление об оспаривании этой стоимости удовлетворено в 2019 году, то налогоплательщику пересчитают налоговые платежи с 2017 года. Указанное положение применяется к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года, сообщает Федеральная налоговая служба. 22 января в здании Тувинского строительного техникума для старшеклассников состоялся День открытых дверей. Основной целью участия в Республиканском дне открытых дверей было привлечение школьников выпускных классов поступать в вузы по линии дорожно-транспортной направленности. Заместитель министра транспортного комплекса Тувы рассказал ребятам о порядке и требованиях, предъявляемых для поступления в авиационные и дорожные учебные заведения, а также о трудоустройстве в предприятия дорожно-транспортного комплекса. Немаловажным является и требования к прохождению летной комиссии, в рамках которой производится детальное обследование состояния здоровья будущего студента. В Миндортрансе отмечают важность проведения подобных встреч для молодежи, для формирования у них правильного мнения о деятельности той или иной сферы и стремления в будущем достойно пополнить ряды действующих сотрудников предприятий отрасли экономики республики. В завершении мероприятия старшеклассникам раздали обращение министра к будущим выпускникам, буклеты по поступлению в вузы, граждан авиации России, о дорожных специальностях и другие, то есть всю информацию об учебных заведениях дорожно-транспортного комплекса. Важное и актуальное для старшего поколения решение сегодня приняли на заседании правительства. Суть его в том, чтобы ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, а также членам их семей, выплачивались независимо от того, когда они выйдут на пенсию. Для мужчин с 55 лет, для женщин с 50. Сегодня ежемесячную выплату получают более 13 тысяч жителей Тувы. На сегодняшний день в действующем законодательстве Российской Федерации ветеранам труда ежемесячная денежная выплата назначается с момента установления им пенсии в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ, независимо от прекращения ими трудовой деятельности. Данным проектом постановления
мы предлагаем внести изменения в пункты 3.1 и пункт 13. Это в пункте 3.1 слова «установление им пенсии в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 400» заменить словами «достижение им возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин». Тем самым при изменении нынешнего пенсионного законодательства у предпенсионеров, имеющих звание ветеран труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, которым осталось до назначения любого вида пенсии не более 5 лет, будут равнозначные льготы с нынешними пенсионерами. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 55 копеек, а евро 75 рублей 55 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Накануне в Национальной библиотеке имени Пушкина прошла презентация электронного каталога диссертаций Российской государственной библиотеки. Электронный каталог стал доступен для жителей Тувы благодаря гранту благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Сегодняшнее событие, которое мы отмечаем в Национальной библиотеке имени Пушкина, а именно подключение, приобщение к электронной библиотеке диссертации Российской государственной библиотеки, это очень большое событие, которое позволит многогранно развиваться молодым ученым всей нашей молодежи и города Кызыла, и всей республики. Электронная библиотека диссертации – это уникальный шанс для ученых Тувы по-новому реализовать как свои возможности, так и коллектива. В частности, снизить стоимость научных исследований, формировать свои научные взгляды с учетом работ коллег в других городах и регионах страны. Сегодня событие очень значимое для республики, потому что информационная составляющая – это одна из самых главных составляющих вообще во всей системе образования, экономики. И поэтому то, что сегодня сотрудники отдела информационно-библиографической отдела и отдела, естественно, научной литературы выиграли огромный грант и получили, дали возможность нашим ученым, и молодым ученым, и ученым уже со стажем, получить доступ к диссертациям Российской государственной библиотеки. Фонд Российской государственной библиотеки диссертации действительно уникален. Это огромное количество оцифрованных документов, с помощью которых мы будем продвигаться вперед, искать новые выходы. Электронная библиотека начала свою работу уже вчера. Так для пользователей представилась возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов. В библиотеке можно также получить доступ к ресурсам, где создаются виртуальные читальные залы организаций, в которых и происходят просмотры электронных диссертаций и авторефератов пользователями. В ночь с 4 на 5 февраля наступает Новый год по восточному календарю Шага. Национальный музей в честь Шага представит для населения различные культурно-образовательные мероприятия и выставки. С 21 января по 10 февраля по групповым заявкам от школьных классов в музее пройдут мероприятия «Шиян Ам», «Шаг Барды», «Шага Кельды», «12 животных из восточного лунного календаря», «Шага Кельды», «Чолык Шулу». Новый год по восточному календарю. Тувинское гостеприимство в юрте. 22 января в 15 часов в конференц-зале пройдет открытие выставки «Священные реликвии». В честь открытия будет организовано чтение молебна от камбы-лама республики Лапсана Чамзы. Следующие молебны намечены на 1 и 4 февраля. Время уточняется. Выставка продлится до 22 февраля. 5 февраля с 12 до 15 часов на площади Арата будет установлена юрта Национального музея, где жители и гостей столицы в этот день угостят супом из национального блюда хырбача.
и горячим чаем с молоком. 5 февраля в 15 часов в фойе Национального театра музей представит выставку национальной одежды из фондов, где посетители смогут ознакомиться с исконными кроем, дизайном, видами национальных тонов, шапок и так далее. Радиоквест «Замес майонез» продолжает радовать слушателей подарками на первом интерактивном республиканском радио «Голос Азии». Сегодня магазин «Химтоп», который находится на Аюна Курседе 103/2, подарил победителю приятный подарок и симпатичный ночник. Все, что ему нужно было сделать, это разгадать загадку, первым прибыть на место и обязательно прокричать волшебную фразу «Замес майонез». Уехал цирк, а Николай остался, стоит и ждет улыбчивый такой. Он там, где тигр возвышался, желает встретиться с тобой. Замес майонез, здравствуйте. Завтра новый квест, а значит новый подарок. Слушайте радио «Голос Азии» и участвуйте в розыгрышах с 13 до 14 часов. Меха дивные, меха чудные, настоящая золотая пушнина и совсем не за горами. В Кызыл приехала меховая выставка «Ангелина Сэм» с новейшей коллекцией «Зима-2019». Современность пестрит обилием, а вы по-прежнему находитесь в поисках той самой шубы мечты? Тогда вам точно сюда. Выставка «Ангелина Сэм» – это огромный ассортимент эксклюзивных моделей шуб по привлекательным ценам. Острога, норка, мутон, лиса, нутрия и бобер. Всего более 10 видов меха. Размерный ряд также не оставляет равнодушным – от 38 и до 74. Быть может, именно здесь вас ждет то самое идеальное зимнее одеяние или изысканный головной убор по привлекательной цене. Шага бедуизла «Ангелина Сэм» – фабрика за шубу. И еще, не стоит откладывать покупку, если вы уже выбрали подходящий вариант, но временно не располагаете необходимой суммой. На выставке всегда можно оформить рассрочку или кредит в любом из банков-партнеров. Приходите на выставку шуб «Ангелина Сэм», и вы увидите, высокая мода и качество доступно каждому. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22, с 22 января по 27 января включительно. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -34 градуса, днем -22, -24 градуса. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. В новом номере еженедельника «Тува ТВ Инфо» читайте. Что, где, когда. Краткий обзор событий в Туве за неделю. Как будет проходить шага. Ознакомьтесь с планом мероприятий. Сопоставима ли прибавка к пенсиям и зарплате с повышением тарифов и цен. Внешне красиво и внутри. Рассказ о том, как построили спорткомплекс в Байхаке. Путешественница баба Лена скончалась на 92-м году жизни. Ее памяти посвящается. Пьющая мать, горе детям. Материалы программы «Патруль» на страницах еженедельника. Почему мы помним Аркадия Гайдара? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.